Всем большой привет! Буквально недавно я прибежала из магазина Fix Price и сразу вместе с вами хочу разобрать свои пакеты и расставить все по своим местам, показать вам, что же я прикупила. Во-первых, я купила вот такие термосалфетки под столовые приборы. Я не использую их по прямому назначению, они мне нужны для того, чтобы делать фотографии в Instagram, например, в качестве фона, да, для видео, вот, например, как сейчас, но сейчас у меня не очень это красиво смотрится, а в каком-нибудь видео обязательно вы увидите и узнаете эти фоны. Я взяла три, вот такой вот с маками, а потом вот такой вот с сиренью, очень красивый и яркий, сочный летний с фруктами. Девчонки, возьмите на заметку, кто тоже пишет отзывы, например, в Инстаграм, делает посты на iRecommend, то в качестве фона просто идеально подходит. И стоимость одной салфетки у нас 17,50, где-то так. А следующее, что я купила в магазине Fix Price, это, конечно же, будет бытовая химия. Во-первых, это у нас Sunflor, средство для ванн, для унитазов и раковин, удаляет серый налет, грязь, мыльные потеки. Делает сантехнику белоснежной. Заявлено, что справляется со всеми загрязнениями за 2 минуты. А здесь неплохой объем, 750 мл. Именно такое средство я не брала, но Sunflor брала другую продукцию. И мне, в принципе, все нравится, все устраивает. Действительно, это средство работает. Только нужно обязательно в перчатках делать уборку, потому что оно достаточно щелочное, достаточно ядерное и может кожу рук, конечно же, разъедать. Также от Sunflor у меня вот такое средство 10 в 1, тоже 750 мл. Универсальное средство, заменит 10 специальных чистящих средств, идеально для чистки раковин, ванн, унитазов, водостоков, напольных покрытий и другое. Пометочка легко и быстро удаляет налет, серый налет, жир, плесень, мыльные потеки и другие загрязнения. Чистит, дезинфицирует. Тоже хорошее средство. У меня было немножко похожее, но, как я поняла, это обновленная версия. Как-то вот у них упаковка немножко поменялась и стала более таким привлекательным описанием. А также я купила для себя гель для душа. Первый гель для душа. Фруктовый восторг. Это у нас компания Evit Cosmetics. У меня уже такой гель для душа есть сейчас в использовании с дыней. И я увидела, что появились новинки. 500 мл. Большой объем. Знаете, девчонки, хорошие гели. Я их использую по прямому назначению. Их также можно использовать в качестве мыла для рук, в качестве пены для ванны. Прекрасно работают. Конечно, у них не очень экономный расход получается, потому что я люблю прям огромнейшую такую охапку пены, и мне нужно средство наливать немножко больше, да, чем другие гели, но за такой объем и за такую цену вполне простительно. Аромат приятный, аромат, знаете, жвачки Дирол арбузный, конечно, он химозный, но мне нравится. И еще один гель для душа, который я взяла, это черная смородина, та же самая серия Фруктовый Восторг, 500 мл, тонизирует и увлажняет, а на предыдущей у нас заявлено, что питает и увлажняет. Тоже классный аромат, конечно, он не такой приятный, как в чистой линии, он немножко химозный, но тоже классно пахнет, мне нравится, почему бы и нет, использую, у меня гели для душа всегда очень быстро расходуются. Так, дальше, девчонки, покажу вам быстренько вот такие женские штучки. А мне нравятся именно эти. Те и другие брала, меня устраивают. Так, дальше, что я купила в магазине Fix Price. Давайте уже дальше по косметическому закончим. Я взяла пасты лесной бальзам. У нас появился лесной бальзам в Fix Price. Взяла интенсивная защита и при воспалении десен. А мне нравится лесной бальзам. Конечно, они не дают эффекта отбеливания, но прекрасно очищают, освежают полость рта. И для разнообразия можно воспользоваться. И шли они две упаковочки за 53 рубля. Классные. Могу тоже, девчонки, посоветовать, кто еще не пробовал. А дальше я наткнулась на вот такую замечательную корзинку. Это у нас из новой серии, как я поняла. Она идет такая, знаете, немножко узенькая, но достаточно высокая, достаточно глубокая. А поставлю ее в ванну. Здесь классно будет составить какие-нибудь маски для лица, скрабы для лица. Знаете, такие вытянутые упаковки. Все будет в одном месте и будет смотреться это достаточно красиво. Хорошая корзиночка, мне она понравилась.
Также я увидела, наконец-то у нас так подставки для канцелярских предметов. Выглядит все это вот таким образом. Я взяла вот такой вариант, кругленькую, и взяла квадратненькую. Конечно же, я не буду использовать ее для канцелярских принадлежностей. Я планирую хранить здесь кисти для лица, для глаз. И почему-то вот выбрала разные, круглую и квадратную. Мне кажется, так будет более смотреться, ну, красиво, что ли. А в круглую поставлю кисти большие для лица, а сюда все остальные для глаз, для хайлайтера, размером поменьше, которые идут. Прекрасно они сюда помещаются. И самое главное, у них подходящая высота, как раз то, что нужно. Кисти не будут проваливаться, но они, знаете, так устойчиво находятся в этих подставках. Классные подставочки, девчонки, очень советую. Там еще были подставки немножко другие, такие более девчачьи, розовые, желтенькие. Ну, как-то мне не понравилось то, как они были выполнены. Как-то все это смотрелось грубовато, и они были какие-то погнутые. Не нашла я там более-менее таких подходящих вариантов для себя. Но вот эти подставки, мне кажется, выполнены более качественно. Вот так, девчонки, из Фикс Прайса это все. Сейчас хочу вам показать несколько продуктов из магазина Светофор и, девчонки, посоветовать вам, да, что можно там купить. Во-первых, я в Светофоре всегда покупаю ватные диски. В последнее время, раньше я покупала их Фикс Прайс, но на самом деле получается не так выгодно, как делать это в Светофоре. Здесь 120 штук, и стоит одна такая упаковка 34 рубля, в то время как в магазине Фикс Прайс, понятное дело, что 53. А в Светофоре намного выгоднее по качеству. Я уже беру эти диски не в первый раз. Ворсинок. Они неплохие. Они, конечно, не прошитые, но, девчонки, они как-то немножко обработаны, да, по краям. И качественные ватные диски. Не вижу смысла переплачивать. Поэтому, у кого есть магазины Светофор, то обязательно загляните. Возможно, вы их там найдете. И также я стала покупать там ватные палочки. У меня, в частности, это Aura Beauty. 400 штук ватные палочки. Тоже в Фикс Прайсе продаются такие упаковки компании КТ. Тоже по 400 штук, но стоимость, соответственно, там дороже. Например, эта упаковка стоит 32 рубля. А по качеству все то же самое. Ничем они не отличаются. Поэтому буду покупать в Светофоре. В Фикс Прайсе я больше такие вещи приобретать не буду. И последние, девчонки, чтобы я вам тоже советовала покупать в Светофоре, это фасовочные пакеты. У меня пакеты фасовочные для пищевых продуктов 100 штук. И стоимость данных пакетов 20 рублей. Даже там 19 с копейками. Ну, грубо говоря, 20. Тоже намного-намного выгоднее и бюджетнее, чем покупать такие же пакеты в магазине Фикс Прайс. Ну вот, девчонки, надеюсь, я была вам полезна. Большое спасибо вам за внимание. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока!